Венесуэльцы ликуют, на острове Маргарита открыли статую бывшему президенту Уго Чавесу. Монумент возвышается над землей на целых 3 метра, это даже без постамента. Бронзовый лидер указывает рукой на небо. Открытие памятника покойному лидеру совпало по времени с проведением саммита движений неприсоединения. Это неформальное объединение государств, которые не желают вступать в какие-либо военно-политические блоки. Глава венесуэльского МИДа уверила народ в том, что политическое наследие Чавеса до сих пор ведет страну в правильном русле. Чавес не покинул нас. Мы никогда не останемся одни. Венесуэла терпит агрессию империализма. Против нас ведут экономическую и информационную кампанию. Но мы здесь. На саммите движения неприсоединения. И все благодаря Уго Чавесу.